За год в Башкирии родилось 29 тысяч малышей. Мальчиков больше, чем девочек. В среднем малыши рождаются весом примерно 3 килограмма и ростом около 50 сантиметров. За год родилось 4 тройни. Женщины стали чаще пользоваться правом самим выбирать роддома. Поэтому многие едут рожать в крупные города. В Башкирии начался набор в федеральную программу «Ты предприниматель». Ее целью является содействие развитию молодежного предпринимательства. Мероприятие ежегодно организует Министерство молодежной политики и спорта республики. В рамках программы проходят образовательные конкурсы, мастер-классы с бизнес-тренерами, выездные бизнес-лагеря, индивидуальные и групповые консультации, а также региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Набор участников бизнес-лагеря ведется по нескольким направлениям. Более подробную информацию о мероприятии вы сможете найти в официальной группе ВКонтакте. В Бирске появится смотровая площадка с видом на Белую. Объект возводится в парке «Соколок». Сейчас на строительном участке залит фундамент и установлены бетонные блоки. Появились первые очертания будущего ограждения. На днях подрядчик завезет плитку, чтобы проложить тропинку. Строительство закончат к 30 сентября. 12 сентября на территории Бирского района сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Они пересекают нарушения правил дорожного движения не только на дорогах общего пользования, но и в коттеджных поселках и садовых товариществах. В Бирске можно будет сдать ГТО по стрельбе. Нормативы примут 22 сентября в 12 часов в стрелковом тире детско-юношеской спортивной школы. Адрес: улица Интернациональная, 120. На центральной площади Бураева построили новую детскую площадку. Проект реализовали в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». 14 сентября в час дня состоится открытие нового игрового комплекса. Молодежный центр Бураева провел акцию «Мы против алкоголя». Она посвящена Всероссийскому дню трезвости. Жителям района раздали буклеты с информацией о вреде алкоголя. В Мишкинском районе строят новый водовод. К нему подключат деревни Староарзаматово, Елышево, Ирсаево, Старонакаряково, Озерки, Митряево, Татарбаево, Рефанды, Бирюбашево. Протяженность водовода около 20 километров. В Мишкинском районе завершился ремонт клубов, библиотек, домов культуры. 51 социальный объект отремонтировали в районе. Там заменили полы, окна, сделали ремонт крыш. В рамках проекта «Реальные дела» на это направили 250 миллионов рублей. До 30 декабря во всех почтовых отделениях Мишкинского района проходит подписная кампания на 2019 год. Подписаться можно на периодические печатные издания, которые выпускает издательский дом «Республика Башкортостан». Пятнадцатого сентября 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. 50-километровая магистраль пролегла из Ливерпуля в Манчестер. Техническим руководителем проекта назначили Джорджа Стефансона. Выбранная им ширина колеи во всех странах до сих пор считается стандартной. В этот день по линии отправили 8 железнодорожных вагонов. Поезда развивали скорость до 30 км в час, а пассажиры были в восторге. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире началась бурная эпоха развития сети железных дорог. Международный день демократии установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий. ООН предложила принять новый праздник как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. В этот день обычно проводятся разного рода просветительские мероприятия, лекции, семинары, круглые столы. Кроме того, к этой дате готовятся информационные материалы, газеты, листовки и брошюры. О погоде. В Бирске и Бураево 15 сентября ночью температура воздуха плюс 6 градусов, днем 19 выше 0. В Мишкино ночью плюс 6, днем плюс 19. Староболтачево в субботу ночью температура воздуха плюс 7 градусов, днем 19 выше 0. В Караидели ночью температура воздуха плюс 6 градусов, днем 18 выше 0. В Краснохолмском ночью плюс 6, днем плюс 20.